Вот и первые лесные цветы распустились. Подснежниками мы их называем в нашей местности. А здесь еще одно болотце, на котором в юности ловили карасей. Собирал здесь по вечерам вся округа и старый млад. Тут лет 35-40 назад было что-то типа небольшого озерца, примерно площадью с гектар. Помню, даже мужики на лодке плавали. Ну а сейчас уже здесь даже и удочку некуда толком будет закинуть. Красивая сосна, высохшая, лежит, как звонок. Ветром ее вывернуло, на весу лежала, высохла. На материал бы неплохо ее распустить было. Но никак тут сюда ни на чем не доедешь. Ни с трактором, ни с лошадью. До хорошей дороги примерно здесь полкилометра. Так она и сгниет здесь. Каких полкуба досок можно бы напилить. О, муравьи зашевелились на солнце. Очередная бобровая запруда сегодня у меня на пути. Никто здесь их не беспокоит. Вон уже какие олешины выросли на ихней плотине. Все с кругом заболотили. Такой красивый довольно лес здесь был. Вот березы, ольха, все уложили. Погода больше похожа на май. Градусов 20, наверное, сегодня больше тепла стоит, чем на 1 апреля. Вот и эти уже цветы распустились. Как они называются? Мачи-мачиха, наверное. Все канавы мелиоративные, которые поближе к лесу запрудили бобры. Здесь вот такой через мост еще пока что не идет вода. Но уже садится понемножку. Вот уже, наверное, не пойдет. Здесь вот в этой болотинке в конце 90-х годов красивый березняк, помню, рос. Такие березки были по лет 40-50. Бобры как взялись, за 2 года его весь уложили. Вон такой, сейчас немножко осталось кое-какие камли от них. Ну что думаем с батькой, что будет здесь добро пропадать? Пилой на чурочки, на санки, на берег сюда вытаскивали, на лошадь и домой. Через последнюю плотину на сегодня перебрался. Вот. Ну а здесь уже вот пошла эта наша земля. Тоже бобры немножко подзаболотили на соток 30. Ну, бороться здесь с ней бесполезно. Только здоровье гробить. Вот. А дальше на тех канавах, где я пилю дрова, нету там их. Есть, которые поближе к лесу. Канавы те, они заложили. А вот кабаны в этом году, как ни странно, нигде здесь у меня не подняли дерван. А также каждую зиму где-нибудь да отметятся. Бывало, зимы так пороют, что косить потом невозможно. Может, куда мигрировали. Убил время сегодня, в праздничный день. Отгулял полдня по болотам в окрестностях своей родины. Осталось у меня здесь вот несколько кучек дров. Надо было свозить к хутору. Когда возили на тракторе, два рейса больших сделали,
Ну, не вместили все. Вот. Ну, как обычно, как каждый год, с намашки приеду и свору здесь к дому. Погода в этом году на католическую Пасху стоит, хоть ты картошку сажай. Ну, конечно, как-то рановато для картошки начало апреля. А так тепло, сухо. Ну что, всем католикам и лютеранам Христос воскрес. Всем добра и мира. Ну, у меня все на сегодня. Всем пока.